Некоторым из этих работ художника Олега Мясцова более полувека, но краски не выцвели, не потемнели от времени. К 85-летию со дня рождения автора коллеги по цеху организовали в малом зале Дома художника персональную выставку. Творчество Олега Мясцова тесно связано с природой нашего края. Пейзажи он рисовал только с натуры. Все, что здесь представлено, все это сделано под открытым небом. Поэтому вся акварель, да, можно даже видеть, что на ней есть и брызги дождя, то есть вся природа, она вся была как бы соучастником его работ. Художник любил экспериментировать с красками, цветом. Большая часть работ написана акварелью, хотя позже Олег Мясцов освоил пастель. У него даже появилась своя авторская техника рисования цветными карандашами по специально загрунтованному картону, секрета которой он не раскрывал. Мы как художники смотрим, как это сделано, но в принципе там какие-то есть хитрые моменты, ему только свойственные. Поэтому это пусть так и останется его, так сказать, этой загадкой. Работа Олега Мясцова отличает отношение к изображаемому пейзажу. В них всегда четко читается настроение. Автор стремился к реалистичности образов, и оригинальная техника исполнения позволяла этого добиться. Любовь Очерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.